Добрый день, с вами канал Малорама. Первый фрагмент финальной пятой серии сериала «Улыбнись своей судьбе». Фырат предупреждает Экина о том, чтобы он держался от Ярен подальше, ведь он думает, что она его девушка. Терпение Экина не безгранично, и они с Фыратом начнут драку. Ярен, не подозревая, что за ее сердце борются два парня, спросит у Экина, не хочет ли он ей объяснить или сказать что-то важное. Ярен, увидев состояние Экина, окажет ему помощь. Но Экин просто хочет доверять ей. Он хочет этого больше всего, тем самым показывая, что она ему не безразлична. Ответил ли Ярен ему взаимностью? Айшигюль в порыве ревности спросит, почему Экин водится с этой девушкой-служанкой. Но она вообще не вправе спрашивать, с кем ему быть. Джан испытывает сильное притяжение к Эде. Он несчастлив быть с другой. Эда говорит, если это так, то пускай не женится на нелюбимой. Зачем тогда эта свадьба? Спросит Эда. Кудри Тэ узнает о ребенке своей бывшей возлюбленной Фирузе. И, конечно, самое главное, Ярен узнает, кто же ее отец. На пути у правды, с которой должен столкнуться Кудрет, станет Неваль. Но узнает Эли Кудрет, какую страшную тайну о смерти Фирузе, все годы скрывает Неваль. Сможет ли Ярен обрести свое счастье вместе с Экином и, наконец-то, воссоединиться с отцом? И откажется ли Джан от свадьбы с Ниль ради Эды? Увидим в финальной пятой серии сериала «Улыбнись своей судьбе», которая выйдет в 25 мая в 20 часов ровно на телеканале Fox. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!